прямо сейчас я приведу своего друга в настоящее закулисье. Но чтобы все получилось, мне нужно кое-что сделать, ведь я уже пришел к своему другу, и сейчас я сделаю вот так. Опа-на! Я превратился в настоящего говорящего Бена! Теперь мне нужно у самого Бена кое-что попросить. Секундочку, дайте я ему позвоню. Ага. Давай, давай, зараза, трубку бери. Бен. О, алло, Бен, привет. Слушай, можешь превратить меня... Проклятого Бена. Yes. Спасибо, Бен, все получилось. Хо-хо-хо. Теперь я настоящий проклятый говорящий Бен. А теперь-то меня мой друг напугается. Звони ему домой. Кто там? Это было смешно. Ладно, на самом деле я-то не злой. Я просто в Бена злого превратился. Еще разок. Открывай, зараза такая. Кто там? Опять ты? Да ты дурак, что ли? Я тогда так зайду. Ты чего? Нет, нет, нет. Я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Не надо меня убивать, пожалуйста. Я же еще ничего тебе не сделал. Не трогай меня. Так, ну все, это уже перебор. Ну, хана тебе. Ну, в общем-то, сейчас мы его спокойненько принесем за кулисы. Не надо, не надо. Не хочу. Надо, Леня, надо. Это будет сейчас смешно. Интересно, сможет ли он пройти это за кулисы. А вы можете пока что поставить лайк на эту серию. По-моему, будет сейчас максимально круто. Давайте наберем 15 тысяч лайков. 16. Да какой 16? Бен, разозлись. Да-да-да. Эй! Не надо! Не надо! Вот и думай головой. А мы уже почти дошли. Это самая секретная деревня из всех деревень. Тебе нужно найти секретный дом. Мне? Окей. Ну давай, Леня, найди секретный дом. Куда попёрся? Стоять. Стоять, я сказал, Леня. Он сейчас получит у меня по заднице. Нет, нет, нет. Ты что, с ума сошел? Этот? No. Вот этот? No. Да как так-то? No, глупый Бен. Вот этот? No. Может быть, ну, вот этот? No. Нет. Сейчас все будет. 5 минут спустя. Ага, ага, вот так вот все. Вот этот дом. Господи, сказал ему найти секретный дом. No. А он его сам построил. Я понял, я понял. Этот дом должен быть секретным, вот таким. В смысле, куда дом делся? Погоди. Он что, сделал его невидимым? Вот это поворот. Секретный дом. No. 2 часа спустя. А, я не понимаю, какой дом секретный! Да, какой же интересно здесь дом секретный, а? Он один остался, один! Господи, пойдемте поможем ему немножечко, а то зараза такая. Вот, вот секретный дом, вот, вот, вот он, вот, вот, заходи! Правда! А я так и знал. А, серьезно, так и знал? Но вы это знай тогда. Помогите, что происходит? Что происходит? Ну, нету Лени теперь. Кажется, он отправляется в закулисье. Но перед закулисьем у него есть специальное испытание, чтобы туда попасть. Но он ни о чем не знает. Что делать? Че хо-хо-хо, что делать-то? Да что делать-то, скажи мне быстро. Найди кнопку. Какую? Стоп, каменную? Как? Ну как? Я думаю, это будет легко ему сделать, ребята. На самом деле, тут все не так уж и сложно. Вы можете сами найти эту кнопку и написать в комментариях, если вы это сделаете. Я вам сейчас покажу все это дело. Это еще далеко не за кулисьем. Вообще далеко. За кулисьем его ждет реально страшное испытание. Но, ребята, ему нужно до него дойти. Пока что поставьте лайк. Реально, если мы наберем на этом ролике 10 тысяч лайков, то я буду снимать такие видео чаще. Бен, а где кнопка? Ой, он разозлил Бена, я ничего не делал. Не надо, не бей, пожалуйста. Я боюсь собачек. О, так это еще лучше. Давай ищи. Ищу. Давай, давай, бегом. 30 часов спустя. Это просто невозможно. 30 часов.
30. Я уже ему подсказку дал. Вот, видите, что там, да? Ну, я надеюсь, что вы видите. А-а-а, я нашел! Наконец-то! Стоило туда посмотреть! Нажал! Секретная дверь разблокирована. Все, отлично! Давай за мной. Не сюда. За мной. За мной, говорю, а не вперед меня, зараза ты такая! А вот и, собственно, та самая секретная дверь. Ну что же, я думаю, что сейчас он не справится. Он что, совсем уже? Помоги! Да как так вышло-то, ёк-макарёк! Ладно, давайте мы его это допихаем до испытания. Help! Разбирай коробки. Я понял. Так, ребята, давайте так, всё-таки... Вот давайте реально, 10 тысяч лайков, если поставите, такое будет чаще выходить. Помоги, Бен, помоги! Господи, отошел на минуту, да как так-то? 10 минут спустя. Что ж, у него неплохо получается. Опа, Ленчик, кажется, он что-то нашел. Это выход, да? Это только вход. Так что, Ленчик... Ну серьезно, что ли? Это еще не все. Вот что его ждет на этом испытании. По-моему, офигительно. Это что такое? Я не буду это проходить, не буду. Все равно не буду. Буду. Давай, я думаю, это будет не так уж и сложно. Первый есть, второго нет. Ну как так-то? Ну вот как? Я смогу это сделать. Поехали! Я все. Ну что же, вот твоя кирка в подарок. Кирка Владуса. Я пошел. Окей, давай, пока. No. В смысле, no. Что-то еще надо, да? Yes. На, держи кирку. Давай, я думаю, у тебя получится сломать бедрок. 100%. Смешной ты. Бедрок нельзя сломать. Сейчас не понял. А ты говорил нельзя. Давай, доламывай. Реально бедрок. Ты посмотри, ну. Бедрок. Ну конечно бедрок, его фиг сломаешь вообще. Да как так-то? Как? Иди давай. Ага, хорошо. Yes. No. Ты еще передразнивать меня решил. Закрываемся. В общем-то, здрасте. А что дальше? Ты попал в закулисье. А, ну тогда страшно. Стоп, реально страшно. В смысле за кулисье? Что это? Ребята, тихо. Мне главное прятаться и не подавать виду. Сейчас мы его будем просто максимально троллить. Ведь за кулисье это очень страшно. Поэтому я сейчас сделаю вот так. Ага. Что если в закулисье его встретит диджей-аниматроник? Давайте-ка мы за ним проследим тихонечко. А лучше его напугаем. Да вроде не так уж-то и страшно. Ого! О, стрелки! Я теперь знаю, куда идти. Вроде все хорошо. Я хочу тебя съесть! Не надо! Пожалуйста, не надо! Побежали за ним, ребята, ему капец страшно все. Скроемся из виду, как будто меня здесь и не было. Опа. Так. Он зачем бегает вокруг одного и того же столба? Он что, дурачок? Где выход? Да, выход он так не найдет. А мы пока что убежим и быстренько перевоплотимся. Опа, я тебя видел где-то, зараза, я тебя видел. А я, ребята, сделаю вот так. Вот оно что, смотрите. Теперь я... Веселая луна. Ну да, можно и так. Пойдемте найдем Леню. Я думаю, это будет смешно. Ну, ребят, ну вы точно, да, лайк уже поставили? Ведь если 10 тысяч лайков набирается, то таких роликов вы будете видеть все чаще и чаще. Пойдемте за ним. Я вижу его ник. Давайте за ним. Капец, это страшно выглядит. Аниматроник, солнце. Опа. Так, куда это он побежал? Ну-ка, давайте за ним. Это он спрятался, да? Спрятался. Он меня не найдет. Сейчас-ка мы ему как по заднице дадим. О, стоп, что?
Погодите, ребята, это ребус закулисья. Давайте, чтобы я как дал сейчас Лене по заднице, вы для начала отгадайте, что за слово тут зашифровано. Я думаю, вы капец как догадаетесь, давайте я вам дам подсказку. Вот она, все, все, все. Это самая максимальная подсказка. Только самый-самый недогадливый человек не сможет угадать это. А я думаю, у вас получится, ребята. Пишите в комментариях, какое слово получилось прямо сейчас. Ну, сейчас Леня получит. И... Ну, я думаю, ребята, если вы поставите 10 тысяч лайков, то я выпущу продолжение, как троллю Леню в закулисье. А пока мне нужно спрятаться куда-нибудь, чтобы он меня не заметил и не рассекретил. Подпишитесь на канал, чтобы новую серию не пропустить. Вот здесь кнопка подписаться. Нажмите на нее прямо сейчас, а мы увидимся в следующем ролике. И посмотрите другие видяхи. Вот они здесь, если что. Пока.